привет! Ты смотришь Fast Food, возможно, самые быстрые новости в мире. Поехали! Нападающий Ливерпуля Марио Балотелли был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 25 тысяч фунтов за пост в Инстаграме, который расценили как расистский. В течение нескольких лет американская агентура и контрразведка нанимала кубинских рэперов и хип-хоп-исполнителей для свержения правящего режима Рауля Кастро. Документы, разоблачающие сеть спецагентов и их уловки, попали в руки журналистов Associated Press. Википедия подвела итоги 2014 года, смонтировав видео, посвященное его главным событиям и соответствующим им статьям энциклопедии. Как говорится в описании ролика, в общей сложности статьи энциклопедии за год были отредактированы более 100 миллионов раз. Организация «Борцы за свободную Северную Корею» планирует любыми путями доставить новый фильм Сета Рогана «Интервью» на территорию закрытого государства. Диски с фильмом сбросят с воздуха. Мадонна назвала формой терроризма утечку всей своего нового альбома. Она также поблагодарила за преданность тех поклонников, которые воздержались от прослушивания украденного альбома. На этом у меня все. Пока-пока.